Областной марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах прошел в 27-й школе. За право выхода в финал сразились 8 отрядов юных инспекторов движения из Люберец и ближайших муниципалитетов Подмосковья. «Остановись, водитель, при виде пешехода». Гимназия «Интерес» призывает автовладельцев быть предельно внимательными. Этот творческий номер принес победу школьникам на муниципальном этапе фестиваля. Интересный подход к современному зрителю помог им стать лучшими среди 16 люберецких команд. Всегда хочется что-то свежее, что-то новое, что-то, ну, чтобы держать руку на пульсе. То есть, что вот сейчас важно? Очень много в Инстаграме выкладывают фото, видео, репортажи. Вот мы вместе за безопасность дорожного движения. Мы и это просветили, то есть и это, об этом сказали. Состоять в отряде юных инспекторов дорожного движения – это почетно, говорят члены команды гимназии «Интерес». Благодаря таким мероприятиям Ангелина и Полина не только нашли новых друзей и смогли реализовать свои таланты, но и познали важнейшие правила поведения на дорогах. Мы хотели бы научить всех, кто, может быть, не знает или не до конца знает, научить всех правилам дорожного движения, потому что многие люди погибают, попадая в эти аварии, не соблюдая правил. Чтобы дети знали дорожное движение, как переходить дорогу, чтобы не попадали в аварии. На зональном этапе марафона творческих программ люберцам пришлось сразиться с 8 сильнейшими командами из ближайших городов Подмосковья. Участники из Бронниц, Раменского, Жуковского, Шатуры, Лыткарина и Реутова выступили со своими музыкальными номерами. В них школьники перевоплощались, танцевали и со сцены призывали уважать других участников дорожного движения. Их выступления оценивали члены жюри и почетные гости фестиваля. Детское творчество, которое, наверное, это самое выразительное из форм искусства в нашей системе пропаганды безопасности дорожного движения. Я сам понимаю, как я завернул, круто. Вот, но на самом деле так и есть, потому что, наверное, сильнее всего на осознание детей действует именно ваше творчество. По итогам марафона члены жюри определили две команды, которым предстоит побороться за звание лучших из лучших. Победу в марафоне одержала команда «Люберец» из гимназии «Интерес». Серебро у школьников из Шатуры. Именно они поучаствуют в финале фестиваля творческих программ, который состоится 25 октября. Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.